Итак, ну что ж, всем привет, с вами Марк, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Pokemon Soul Silver. У нас сегодня уже 15-я часть, да, вот так вот. В общем-то, мы остановились вот в этой локации, и вроде как мы должны там то ли в сафари-зону прийти, то ли куда-то еще, я точно не понял. Ну, короче, нам надо будет тут все обследовать, да, это там вот сафари-зона, у нас там показано было. Так, заберем покебол. Короче, нам много чего надо будет сделать сегодня. Тут все зачистить, так сказать. А еще нас ждет, походу, двойная битва. Хм. И это интересно. Так, ну, не знаю, что у них за покемоны будут, но, пожалуй, я так и оставлю. Как у меня сейчас. Мы там еще, правда, вниз еще не сходили. Там еще проход же вниз был. Там можно было поплавать. То есть у нас сегодня прям целая работа. Надо будет всю эту локацию зачистить. И надо будет к профессору залететь. Вот. Потому что мы так и не взлетели по поводу Тогипи. А, ну, ага, так, хорошо. Тентакурейл пойдет против Оникса. На Клойстер, я надеюсь, отлетит от Пиджиота. Я, пожалуй, вот так сделаю. И сделаю вот так. Очень хитро я сделаю. Почему ты да как? Ну да, Пиджиот у нас получит урон, конечно же. Ух ты, нифига. А я думал, он быстрее полетит, что за бред? О, Никс у нас отлетает сразу же от серфа. Чё-то я как-то Пиджиота сейчас подставил, если честно. Ну ладно. А, Пиджиота у нас полетел. Все, Пиджиота здесь нет. Промахивается Клойстер. Так, что я могу сделать? Так, ну он водного тоже типа, ну... Не знаю, давайте вот это попробуем. Я не знаю даже, что это за атака. А, все, вспомнил, что это. Ядом его накормим и все. Падает Клойстер вот так вот быстро. Мы с ними расправляемся. Так, никто у нас уровень не поднимет, к сожалению. А Пиджиота так и нет. Я надеюсь, он к нам вернется. Да, он вернулся к нам, отлично. Так, я так понимаю, то есть там уже все. А, это уже 48-й маршрут. Вот честно, я боюсь запутаться, потому что там уже еще и поплавать можно было. И теперь я как-то немного запутался, серьезно. Так, а тут у нас чисто... А, нет, подождите, под... Ну да, конечно. Там у нас куча каких-то проходов. Надо все посмотреть. Надо. О! Фарфетч, привет. Ха. Прикольный покемон, но мы тебя ловить, конечно, не будем, да. Классика жанра. Так, мы идем, конечно. А, вот, да, тут покебол был. И надо будет возвращаться назад, пойти вниз, потому что я думаю, что там, скорее всего, тоже что-то было. И что-то есть. И в любом случае, мне интересно посмотреть абсолютно все в этой локации. Победить всех тренеров, но мы приходим с вами в сафари-зону, точнее вот... Так, подождите, а у меня один вопрос возникает, а считается ли это как за город? Да, да, мы можем себя в любое время прилететь теперь, это прекрасно. Мы открыли как бы этот город, скажем так. Но я сейчас вернусь назад, пожалуй. Я так понимаю, у них тут ярмарка какая-то. Может сходить в сафари-зону. В сафари-зону я точно не пойду в этой серии. Этим мы займемся, может быть, когда-то попозже. Потому что сейчас нам не до этого. Ну, хотя можно было и, типа, пойти туда, но нет. Я думаю, что смысла сейчас реально нет. Надо игру проходить быстрее. Может быть, мы заглянем в саму сафари-зону. Ну вот, мы ее открыли, мы дошли до нее. И в любой момент можем сюда прилететь. Вот сама сафари-зона, сколько я понимаю, тут всякие... Да, говорит, что прекрасно сафари-зона. Он там, я так понимаю, Джиглипафа поймал. И что он там сказал? Да, он Кангасхан. По-моему, кстати, этот покемон вроде только в сафари-зоне обитает. Ну, как минимум, вот в этих играх. Потому что вот я играл на свече покемон Let's Go Pikachu. Там, кстати, он вроде... Я его на маршруте где-то встретил. Ну и да, она, конечно... Ну, конечно же, на нас нападает. О, Вульпикс. Ну, Вульпикс... Нет. Вульпикс, извини. Но у меня огненный покемон уже есть. Хотя я бы тебя поймал, на самом деле. Ладно, направляемся назад. И сейчас мы заглянем, посмотрим вообще, что мы упустили по пути. Потому что я так понимаю, что это еще не все. И давайте обследовать, собственно... Так, тут мы ничего не можем пойти. Понятно. Так, возвращаемся сюда. Здесь у нас конкретно ничего. Но там я вижу вон пещерка. Значит, туда как-то можно попасть. Так, подождите, внизу мы были, да, насколько я помню? Там вот мы ее и выиграли в прошлый раз. Да-да-да, там покебол был, вроде никакого прохода больше и не было. Да ведь? А, да, кстати, тут покемон тоже, оказывается, нападает. Я думал, он не нападает. Мачоп. Мачоп, мачоп, нет. К
кстати, я, короче, узнал, что с Тогепи, там надо просто профессору сказать, что вот кто вылупился, и он там что-то даст за это, и все. То есть у нас Тогепи останется, но я его прокачивать, понятное дело, не собираюсь. Он будет лежать у нас на ПК, как говорят, ну, в ПК, то есть. Так, ладно, давайте поплывем. Сейчас опять, правда, нас будут нападать постоянно, но мы будем защищаться. Мне хочется поплавать, потому что здесь 100% что-то есть. Не зря здесь есть проход. Да, вот пон... Не, подождите, а чё? А там же ничего нет. Ладно. Сил. Прикольный, кстати, покемон. Он водно-ледяного типа. Но, извини, ты нам не нужен. Извини, ты нам вообще не нужен. Да вы... Надо было закупить всё-таки спрей, чтобы на нас не нападали. Короче, я вам посмотрю локацию, полетим к профессору, а потом я даже не знаю, что мы будем делать. Да на самом деле я знаю, что мы будем делать. Мы будем идти в следующий город. А, не, зачем в следующий-то? Я... Ага, ну понятно, мы зря все херачили, я вам так хочу сказать. Все дело в том, что по водопадам можно подниматься, но для этого нужна HM-ка специально. Я не помню, как она называется, но она тоже для водного типа покемонов. И эта HM-ка, короче, благодаря ней вы можете подниматься по водопадам. Но мы, соответственно, я так понимаю, не сможем. Хотя надо попробовать. А то вдруг тут как-то не так это работает. Вдруг я что-то упустил. Может быть, что-то изменилось? Я сомневаюсь. Но, короче, мы зря с вами все херачили. Еще, блин, куча покемонов. Подождите, а тут... тут... Ладно. Нет, все-таки вот я проверил. Да, нельзя, в общем-то, поплавать по водопаду. Так, а смотрите-ка, тут еще справа был какой-то проход, и... Так, ладно, я просто буду ставить на паузу, когда он нас нападает. Это издевательство? Итак, ну, короче, я думаю, что нам тут больше делать нечего. Там слева тоже был проход, ну, вы сами все видели, но я не знаю, как в него попасть. И есть ли вообще смысл. Ну, так понятно, что попасть можно, наверное, через вот этот водопад. Я не знаю, ну, короче, нам тут делать больше нечего. А мы у нас, соответственно, минуту. Мы у нас стартовали же здесь, да. Нам надо к профессору сейчас летать. И мы ему отдадим, точнее, покажем Тогепи. А то мы... Блин, когда он нас вылупился, я вот сколько уже прошло времени, это вообще жесть. Так, вот мы дома. А профессор, по-моему... Подождите, а он где был? Я забыл, по-моему... Ну вот это же профессор. Или нет? Я что-то... Я реально уже не помню. Это профессор. Здорово, Элм, вот, Элм. Да вот покемон, да, я тебе. Чё? А, или он знает, типа. Подожди. А, вот, все, я его поставил на первое место, и теперь вот. Он же сказал нам, типа, покажи мне его, вот он, я его показываю. Давай, смотри. О, вот он нам подарок дает, да. Эверстоун, я, кстати, не знаю, что это, я не прочитал, что это за Эверстоун. А, Эвер... Подождите, это который останавливает, по-моему, эволюцию, да? Он вроде говорит. Ну, окей, ладно. Ну, Тогепи нам теперь точно не нужен. Типа, я его в любом случае прокачивать не буду. Он будет у нас просто валяться с первым уровнем. Так, что я вам могу сказать? Получается, мы... Вот здесь вот у нас был закрыт гим, который мы, собственно... Которым мы даже не сражались, он был закрыт. Да, мы уже тут были, я заранее сходил в этот город. Помню, там Красный Гаярдос был. Так, и я так понимаю, он там будет сейчас закрыт, потому что нам надо будет кое-куда сейчас сходить. Так, а хилиться нам смысла нет, да? А, да, у нас же все нормально, да. Так, сейчас мы заходим в ПК. И, соответственно, с вами положим Тогепи. Да, давай, добил вообще все равно, какая разница, чей. Так, депозит, покемон. Да, надо депозитнуть. Депозит. Да, в первый бокс, все верно. Все, вместе с этим. С Голден будешь там валяться, Тогепи. Все, мы выходим, соответственно. Все, выключаем. Так, а теперь мы, соответственно, с вами пойдем кое-куда. Я потому что уточнил, что нам сейчас надо будет делать. Я, потому что, ну, мне сложно ориентироваться, типа. В покемонах это реально очень сложно ориентироваться всегда. Но, короче, я примерно понял, что нам надо делать. По-моему, нам надо зайти сюда будет. Если мне память не изменяет. А, да, походу. Ух ты!
Ну нифига себе. Ха-ха-ха. Ничего он его толкнул сейчас. О, так, это что за мужичок здесь стоит? А, да-да-да, я сюда пошел, нам сюда и надо, да. Он вообще подвинет, да. Короче, там команда ракета, это секретная база команды ракеты, и мы сейчас туда пойдем. Так, а ты что, мужичок? Нашли секретное помещение, да, погнали вниз. Потому что там у нас сейчас команда ракета будет. Ой, что происходит? Нет, сигнализация врубилась. О, здорово. Давай, 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 сразимся с тобой. Тут какая-то сигнализация работает у них. Ладно, давай сразимся. Дроузи, ой-ой-ой. А, у них уровни маленькие. Я что-то сразу тайплоужена поставил. Я думал, тут что-то сложненькое будет. А тут дроузи 17 уровня, ладно. Дроузи так дроузи, окей. Дроузи отлетает сразу же. Ну, хотя тайплоужен там в любом случае придется качать тоже. Зубат. Ну, зубата ладно, тут зубата может... Да хоть кто угодно, наверное, вынести. Почти. Ну, Флаффи какой-нибудь давайте вызовем, по приколу. Флаффи вроде должен ваншотнуть. Ну, или не ваншот, но, короче, вынести нормально. Нам же остальных покемонов тоже надо прокачивать, так-то. А, давай Тандершок тебе. Опа! Я надеюсь, ты сразу отлетишь. Спасибо. Спасибо огромное, Зубат. Ты мне сделал одолжение на самом-то деле. Все, победили мы грунта этого. Грррр. Я зафейлил. Я провалился. А, они теперь в по... Они по очереди будут подходить, что происходит. Ладно, я Зубат. Я хотел просто покемона заменить, а тут придется, ладно, так. Выносить. Налегке. Не, ну тайплоужен у нас просто какая-то имба стала. Вот это факт просто. Просто выносит всех, кого только видит. Так, ладно, тут Граймер. Граймер это у нас... Это грязный покемон. А, ну Тентакройл, наверное, пусть будет. Хотя, наверное... Ладно, Тентакройл пусть будет. Я попробую серфом его вынести. Хотя я не знаю, это будет эффективно вообще или нет. Я вот... Вот это я не знаю, кстати, реально. Давайте серф попробуем. Ну, грязь-то должно вымести сразу. Да, выносят. Я же говорил, эффективно будет, я угадал. Хотя это логически, я так подумал, что грязь можно это, схерачить. Ротата, ротата, ротата. Ага, ну, наверное, Пиджота, ладно. Пиджот у нас еще тут не сражался, поэтому давайте Пиджота вызовем. А, у него почти 26-й как раз-таки, отлично. Так, флай. Все, я полетел. Нормально. Так, не получилось байт использовать. Укус. Опа! Что, больно должно быть? Да, больно. 26 уровень Пиджота, отлично. Пиджота, то что ты про Пиджота совсем забыл, а то у нас он довольно важный покемон. Так-то вообще. Да, Пиджот вообще. У нас такой нормальный тип. Че, еще кто-то подойдет, нет? Слава богу, что нет. Ой, а у нас тут... А, тут у нас целый лабиринт, я смотрю, будет. Блин, а, я так понимаю, к этой сигнализации подходит, что все, да? Они приходят. Я вот не знаю, просто кого первым поставить. Ну ладно, пусть тайплоужен будет вообще все равно. Давайте сюда пойдем. Да, сейчас их будет тут много. Ладно. База, ну у них прям база тут целая, вообще прям такая мощная. Ну, я так понимаю, после того, как мы тут всех вынесем, у нас, скорее всего, следующий гим будет уже доступен. Но это уже будет в следующей серии, я так понимаю. Дроузи. Дроузи опять. Дроузи. Ну, что я тебе могу сказать, Дроузи? Я тебе только могу посочувствовать, если честно. Но Дроузи довольно опасный, его лучше сразу выносить, потому что гипноз — это не очень хорошая атака для нас. В любом случае. Зубат. Ну, Зубат у нас что, опять по старой схеме Флаффи. Отправляется сражаться. Ну, Флаффи почти 28 уровень. Отлично. Прокачиваем сейчас всех. Так, Флаффи, давай-ка, выноси его по-быстрому. Ну, он ваншотнуться должен. Как и тот, да. Отлично. Отлично, отлично, дамы и господа. Ну, почти 28, ладно. Надо тогда Флаффи поставить на первое место, я думаю. Хотя, ладно. А, еще же один привет. Их по двое тут приходит.
Блин. Конечно, у них что, у всех одинаковые покемоны или что? Походу, да, кстати. Че, вы че, рофлите, что ли? У них серьезно одинаковые... У них... Ладно. Ну, Type Lotion тоже будем прокачивать. У него почти 38 уже уровень. Ну, это вообще жесть. Не, ну он прям реально, вот Type Lotion у нас просто монстр какой-то. Граймер, ну Граймер это... Ну да, понятно, короче, у меня уже есть тактика, как мы будем работать. Тут уже и так все очевидно, на самом-то деле. Не, если у них у всех одинаковые покемоны, ну блин, это вообще... Это такое изи для прокачивания. Я просто знаю теперь, что да как использовать. Вот и все, Граймер падает. Тентакруэл, давай-давай, почти 25-й. Ладно, давайте Тентакруэла... Все-таки добьем Ротату, точнее, не Тентакруэла. Давай еще раз серф тебе. Опа! Давай, поплавай, Ротата. Ты-то плавать-то не умеешь. Все, 25 уровень Тентакруэла, боже. Отлично. Просто замечательно. Все. Вот так вот. Но они слишком простые, на самом деле. Так, окей. Мы тут находим покебол. Хайпер Пойджен, отлично. Что может быть лучше? И тут опять вот куча проходов, каждым надо пройти и со всеми сразиться. Ну, я же всегда так делаю. Там какой-то профессор, подожди. А, мы с ним тоже будем сражаться? Только не телепорты. Да, это тоже у нас тренер. Он на их стороне. Блин, там телепорты, я их ненавижу. Магнимайт. Ну что я тебе могу сказать, Магнимайт? Я тебе вот это могу сказать сейчас. Да, вот так вот. Легко все и просто. Ну и Type Lotion сейчас 38, да, 38 уровень уже. Невероятно, 38 уровень, это жесть. Еще один Магнимайт. Так, Магнимайт, ага, может Геодуда вызвать? По идее, потому что электрический тип, он слабже против каменного. А Геодуда я вообще что-то на него забил как-то. Хотя покемон-то неплохой на самом деле. Я вот думаю, что сейчас Рок Томп можешь попробовать. Соник Бум. А вот это сильно будет. Ага. Да, это будет очень сильно. Ну Рок Томбом-то тебя должно херачить по полной. Че, серьезно? Ладно, я вас понял. Я понял намек. Ну хотя, Роллаут, Рок Смэш, можешь Рок Смэш попробовать. Да блин, да вы чё, рофлите, что ли? Ну, дефенс у него падает. Опять Соник Бум. Ну, Соник Бум мощная атака. Ай, Рок Смэш. Ну, добей его, ну боже. Хорош, Геодуд. Ну, было еле-еле, но Геодуд справился. Магнимайт. Магнимайт еще один. Да блин, так, ну, если логически подумать, то Type Lotion идеально подходит, потому что все остальные, они отлетят от него. Ну, против электрического типа, я имею в виду. Ну, там единственный этот Флаффи бы, единственный, я не знаю, как бы себя повел, но лучше для быстроты времени Type Lotion вызвать и все. И домой сделать. Вот так вот. Да, все. Магнимайт отлетает. Прекрасно. Ну, выигрываем мы ученого. Хотя, отойди, дай мне покебол. А, тут можно его пройти так, серьезно? Я думал, он отойдет. Гвард спец, я не знаю, что это, типа, защита? Ты можешь в бою, чтобы держать, я не знаю. Ну, скорее всего, да. Так, ладно, здесь мы зачистили. Так, мы сейчас пойдем налево, наверное, вот сюда вот, да? Или где тут был? Да, вот сюда. Ха-ха, как хитро сделано, но и все равно. Давайте, давайте. Ты давай, беги, что ты стоишь-то? Смотри, как хитро стоит здесь, главное. А, ко мне... Ко мне еще и другой прибежит. Ну, просто замечательно. Так, ладно. Дроузи опять. Понятно все. Все тут понятно, короче. Ну, это прям реально идеально можно прокачивать покемонов. Вот так вот. Просто побеждаешь их ваншотом, и все, и они все падают. Так, а я забыл, кто у него там следующий-то. Я что-то... А, Зубат. Зубат. Ну чё, Зубат, попрощаемся с тобой сейчас сразу же. Флаффи в деле, как говорится. Сейчас 28 уровень, Флаффи будет. Что может быть лучше-то?
Тандершок, конечно, используем. А, сейчас еще и второй прилетит. И потом там вот этот чел еще, с ним будем, короче, то долго мы будем защищать. Может, даже на следующей серии еще оставим. Потому что это какая-то жесть. Я так понимаю, тут очень много всего будет. А может и нет. Вот и все. Да, зафейлил ты, братан. Что-то какой-то слабенький. Опять ты. Опять ты. Блин, уровень-то реально так изи фармить, на самом деле, здесь. Ну что ж, Тайплоужен. Ну, мы его тоже будем прокачивать. Тайплоужену нужно прям совсем над всеми доминировать, поэтому его тоже будем прокачивать. Так, Зубат падает, ну тут классика, короче, опять. Одно и то же все. Но главное, что мы уровень прокачиваем. Граймер, мой родной, Тентакруэл, сейчас появится и разнесет тебя. Да, Тентакруэл сейчас вообще будет налегке. Так, ну что, Граймер, мы тебя просто смоем. Вот и все. Давай, поплавай. Вот и все. Вот и все, вот и все. Да, у меня прям все продумано так. Ну, эти Пиджота что-то давно у нас не было. Пиджота тоже нужно, в общем-то, вызвать. И, конечно же, вынести Ротату. Ну, мы вот так сделаем по классике. Так, Пиджота. У нас, получается, всех покемонов, я так понял, только Пиджот еще эволюционирует. А, ну и Геодуд. Ну, Геодуда долго придется прокачивать. Пиджот, я не знаю, на каком уровне эволюционирует, но у него есть еще одна, да, эволюция последняя. А так я, получается, у нас больше никто, да. Ну и Геодуд. Тот и Круэл уже вроде не эволюционирует, насколько я помню. Если я ничего не попутал. А, давай тоже с тобой сразимся. Чел с розовыми волосами. Или это она? Вот фиг бы его знал. Но все равно это команда ракет, а не кит-фрики. Но это грунт. Опять. О боже, ну как вы достали. Вот честное слово, вообще у вас никакого разнообразия нет. Вот серьезно, у них одни и те же покемоны, в принципе. Ну хотя это логично, если это одна организация, они типа тренируют одних и тех же, это логично, да, в принципе. Но это наскучивает уже. Так, Ротата, ну тут опять Пиджота, короче, понятно. Будем сейчас прокачивать, тупо прокачиваем. А, так у него даже 4, я чуть не сразу заметил, что 4 покемона. Полетели, полетели, полетели. И что ты нам сделаешь, Ротата? Домой. Падай, 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 падай. Отлично. Так, ну что ж, Пиджот у нас нормально так получает, в кавычках. Ладно, давайте Пиджота уж справиться с этими крысами, с мышками. Так, Флай, конечно же. И давай. Давай, фокусируйся, фокусируйся. Конечно, братан. Только тебе не поможет. Бабам, по башке тебе. Флаем. Вот и все. Отлично. Ну, Пиджота мало получает. Кто там? Еще Ротата? Ну, давайте еще Пиджота. Пиджот их прям клюет. Я просто буду флай использовать. Это прям идеальная атака здесь. На самом-то деле. Не получилось, да? Как так? На, еще раз по башке. Отлично. Падает Ротата. Но мы выиграем этот бой. Конечно же. Кабум! Да, кабум! Вот именно все так и было. Чё? А, это ловушка, типа. И не говорит, что от него нельзя сбежать. А, я понял, окей. Да вы чё, шутите, что ли? Блин, сколько там все проходить? Да, ёпта. Да, там, кстати, на самом деле придется эту штаб-квартиру защищать очень долго. Да вы... Там еще вон вниз, мы еще справа там не всех выиграли. Короче, это прям мучение-мучение будет на самом-то деле. Штаб-квартира это реально прям большая тут. Ладно, так, с этим мы разобрались. Так, у нас телепорт, но мы, конечно, в него не пойдем. Сначала с этими ребятами разберемся. Мы всех должны победить. Что это вот за телепорт, мне даже интересно. Куда он нас приведет? Ну, мы в него зайдем, я думаю. Опять по классике жанра.
Да, чуть не ожидал, что тут настолько долго все будет, но, блин. Это одни и те же бегают, но на них просто единственное, в чем плюс, да, что можно легко фармить уровень. И это плюс, просто-напросто. Как бы мы их просто будем выносить, и все. Типа, в чем проблема? Зубата, зубата мы... А, ну да, Флаффи же, точно. Что, я уже даже забыл. Кто у нас за что отвечает? Да, Флаффи же. Ну, для Флаффи там это вообще легкая прогулочка будет сейчас. Только не говорите, что на следующем этаже там то же самое будет. Это просто у меня взорвется мозг. Не знаю, потому что тут, блин, столько надо обойти, столько посмотреть. И нам вообще полностью я хочу зачистить. Потому что прокачивать покемонов там в любом случае надо. Да, они просто бегают и бегают. Да и ладно, пусть бегают. В принципе, нам-то что? Нам-то от этого одни плюсы только, поэтому я не против. Просто временем тратится много на это, ну ладно. Но это просто реально идеальный способ пофармиться. Ну тут совсем все легко, тайпложен. Но у нас даже не только тайпложен, у нас вообще в принципе все не чувствуют наших соперников. Абсолютно никак. Но мне интересно даже, какой там уровень будет у следующего нашего гимлидера. Он, кстати, будет предпоследним уже, 7-й значок. Но это только в регионе Джота. Нас сейчас ждет Канта, в который я очень хочу попасть. Канта вообще один из моих любимых регионов в покемонах. Наряду с Синна и, ну... Не знаю, как по мне... Ну ладно, забейте. Хотел сказать какую-то мысль, в итоге не сказал ничего. Ладно, неважно. Просто забейте. Так, ладно, опять ратата, опять все то же самое. И сейчас, конечно же, будет уже... Скоро уже 27 уровень будет у Пиджота. Ну, в принципе, ладно, пока мы тут играем, разбираемся с опасными врагами, я хотел еще сказать, что, да, вот Канта реально вот один из самых моих любимых регионов. Потому что про Канта я уже прошел, получается, ну, две игры. Да, две игры я прошел про Канта. И вот это будет третья, получается. Потому что Канта здесь тоже есть. Поэтому как-то так. Так, что у нас тут? А мы находим Наггет. Самородок, ладно, находим самородок. Мы уже находили. Ой, ну давайте еще раз сроимся. Чё-то, знаете, как-то уже не хочется. Тут реально одни и те же приходят. И ничего не меняется. Но опять же, прокачиваться надо. Давайте, давайте, бегите быстрее, быстрее, быстрее. Раз, два, раз, два. Подождите, а я надеюсь, они деактивируются теперь навсегда? Ну, типа, если я, например, перезайду это здание, я же, надеюсь, заново не активируется? Иначе у меня вообще сгорит тогда. А представьте, так и есть. Я сейчас шучу здесь, шучу. А так и есть, походу. Да, я просто посмотрел, да, тут есть Канта, то есть мы отправимся в Канта. И тут, соответственно, сейчас две элитных четверки, то есть в Джота и в Канта. Ну и там нам 8 значков. Короче, проходить игру нам довольно достаточно еще надо будет. Но, я так понимаю, в Джота мы не особо-то и долго останемся. То есть нам, в принципе, что, осталось 2 значка и элитная четверка. Но займет это серии там, ну, 4, может 5 максимум. Я так понимаю, мы потом в Канта сразу же. Ну, можно, конечно, там потом легендарных покемонов, все такое, но... Это уже другая история. Ну, в целом, если получается пройти Джота, я думаю, это половина игры только. Хотя я игру уже с ноября 2020 прохожу, по-моему. Ну, насколько я помню, да. Я вроде недавно царел, вроде в ноябре начал проходить. Но я играю, конечно, не каждый день, то есть по-разному получается. Но, в общем-то, как-то так. Ой, ладно, давайте Тантакруэлла уже по-быстрому сейчас. Ну, на самом деле-то мы не особо-то и много опыта с них получаем, но это хотя бы хоть что-то, в любом случае. В любом случае, это так. Так, ладно, Граймера мы тоже выносим, Граймер падает. И мы получаем наш любимый опыт, конечно. Самое смешное, мы их реально, мы всех ваншотаем. Абсолютно. Вы понимаете? Просто поймите, они настолько бесполезны, что они ни разу еще нам урона не нанесли. А, ну кроме Геодуда, ладно. Геодуду они нанесли урона. Но остальным покемонам они не снесли ни единицы хп. Это просто смешно уже, серьезно.
Мы просто настолько легко с ними справляемся, что это жесть. Падает. Падает ротата, да, ну, классика жанра. Все, отлично. Да, рассказывай все. Нам это неинтересно. Абсолютно. Но я надеюсь, что они деактивируются. Ну, вроде как, ну да, типа, должны деактивироваться. Ну, ладно. Так, а получается, мы этот этаж зачистили. Ладно, идем. Блин, я тупой. Не, я тут там не пойду, я лучше здесь обойду опять. Не хочу на диких покемонов сейчас попадаться. Мы с вами лучше пойдем сначала, наверное, в телепорт, посмотрим, что там. Вот такой вот звук. А, я в начале оказался? Окей, это видно для удобства сделано, ладно. А, вот этот Ланс, да, или как боже? Я уже забыл. Да, Ланс. Все хорошо. А, вот, говорит, типа, вот вы, двое мои покемоны не устали в этом, ты прикол, Ланс. Ну ладно, Геодуда похилили. А, ну хп-то, ой, не хп, а эти атаки похилили, тоже хорошо. Спасибо Лансу огромное за это. Чё-то нихера непонятно, подождите. Дверь закрыта, да? Пароль какой-то нужно. Так, окей, у нас тут двое челиков. Давай мы с тобой разберемся тоже. Ой, да, вот это приключение, конечно, здесь. Я реально не думал, что это настолько долго будет, но тут прям надо вот прямо повыносить по-жесткому. Ну ладно, давай, сгори просто и все, и исчезни. Венонат падает! Венонат упал. Окей. Венонат упал. Венонат еще один. Ай, ладно, огненный тип хорош против Венонат, поэтому оставим Тайплоужина, который и так уже, мне кажется, устал всех выносить в ноль. Отлично. Венонат падает, собственно. И мы идем дальше. Там у нас еще один представитель команды ракет, которого мы еще не победили. Ну и мы пойдем к нему сейчас. А вот и он, волшебник. Эх, типа, дверь не открылась, да, вот пароль нужен от команды ракет. А вот мы пароль-то не знаем. Я так понимаю, мы должны его узнать. Голбот! Ну, это плохой знак, на самом деле. Ну, для него, я имею в виду. Для нас это хороший знак, а для него плохой. Нам бы, кстати, надо кого-нибудь поймать, на самом-то деле. Вот у нас слот покемонов освободился, Тогипи больше нет. Чем он лежит в ПК, и вот я не знаю теперь, кого вот поймать. Какой тип нам нужен, чтобы, типа, идеальная команда была. Надо будет насчет этого подумать. Я не знаю, наверное, может... Подождите, у нас Травяного уже нет вроде, да? Так. А, нужен голос, типа, пароль, что ли? А, там, короче, насколько я понял, вот этот чел, который нам нужен. Он сидит в комнате, но комната тоже под паролем. Нам нужен сначала, типа, пароль от... Фу, как все запутано. Короче, нам нужен вот этот пароль теперь этого чела, который знает пароль другой комнаты. Как бы странно это ни звучало, но это так. Full hell. Хилл, точнее, хилл. Хилл, блин. Хилл это ад. А хилл... Да, извиняюсь, что-то тупанул. ТМ-49 снэч находим. Ладно, давайте, наверное, этот этаж зачистим и, может быть, на этом уже серию закончим. Хотя, посмотрим. Блин, тут куча тренеров. Достали уже все. Сколько их много здесь. Так, окей, а как мы найдем пароль? Кстати, там... Ну, блин, тут реально много проходов. Я вот... Меня всегда это раздражает. Типа, знаете, когда реально куча проходов. И вот мне надо вот все посмотреть. Зачистить абсолютно все. И ты можешь... Я просто боюсь запутаться, короче. У меня такая боязнь запутаться. Что вот я куда-то не зайду и пропущу что-то. Ну, все, Рэтикейт Панаша. 39-й, походу, будет. Да, 39-й уровень Тайплоужена. Это просто какой-то монстр Тайплоужен. Я... Ладно, я в офиге, скажу так. Жесть какая-то. Так, я хотел покеболу забрать. Экспешл. Ладно, да, давайте уже добьем тут на этом этаже всех и на этом серию закончим.
Протеин находим, отлично. Так, у нас как минимум три тренера, да, по-моему. Вот этот еще есть. Давай с тобой тоже посражаюсь. Мы со всеми посражаемся. Ой, у тебя тоже один покемон. Дитто! Дитто прикольный покемон, кстати, он, во-первых, бесполый, во-вторых, он, короче, ну, по аниме, я помню, что он может превращаться, типа, в любых других покемонов. Это вот такая жидкость, как бы. Ну, не жидкость, как она, типа, ну, как желе. И он, как бы, может превращаться в других покемонов. У него, по-моему, кстати, атака даже какая-то есть, связанная с этим. То ли он атаки ворует, то ли что-то такое, насколько я помню. Да, что-то там такое было. А чё вы за компом-то сидите? А, он там про пароль что-то сказал, что типа не скажет нам, да, или что-то такое. А, это она, точнее, извиняюсь. Эконс. Да, давайте уже до этот этаж дохерачим и все на сегодня. Потому что что-то как-то жестко мы... Что-то как-то слишком реально жестко тут. Так, ну Эконс падает. Это хорошая новость, хорошая. Отлично, и Глум. Да я тут даже вот не хочу уже других покемонов вызывать. Тут, ну, типа... Тут, по-моему, Тайпло уже и так все сам сделает. Смысл нам тут что-то кого-то другого звать, еще тратить на это время. Глум падает, отлично. И, в общем-то, опять очередная победа. А Тайпло уже, кстати, неплохо так опыта начали давать. Слоупок Тейл. А, нам сказали пароль, что ли? Это она нам пароль сейчас спалила? Я так понял. Ну, вроде да, Slowpoke Tail пароль. Ну, мне все равно, потому что я хочу всех победить здесь. Ну, я так понял, да, пароль Slowpoke Tail. Будем знать. Так, ну, кофинг сейчас, конечно, упадет. Это очевидно. Ты положен скоро 40 уровня будет, офигеть. Кофинг еще один, понятно. Тут все ясно и понятно, собственно говоря. Давай, давай, лети, лети. Отсюда. Кофинг. Все, упал кофинг. Отлично. Ух, сколько опыта это дает. Не, ну тайплоужен, это, конечно, вообще жесть. Это просто уничтожение. Так, с этим же мы тоже не сражались. Да. А, не, подожди, мы с ним сражались. Что-то я тупанул. Два пароля, да? Так, это нам наверх надо... Подождите, я сейчас посмотрю. Мы, получается... Чё? А как туда наверх попасть? Это типа телепорт или что там надо? Или с другой стороны типа идти надо? Вход с другой стороны. Так, ну получается мы со всеми здесь... Ладно, давайте наверх еще пойдем. Ладно, еще чуть-чуть. Наверное, посидим здесь. Опа, это что? Электричество они тут качают, что ли? Так, минуту. Мне кое-что интересно. Тут я что-то вниз. Мне вниз надо посмотреть. Может, пароль здесь какой-нибудь есть? Нет. Блин, зря все шел. Ладно, давайте вот этого еще вынесем. По-быстрому. Что-то тут, блин, опять запутано все. Да-да-да, все, давай-давай. Вали отсюда. Можно быстрее. Три покемона. Ротата, ну понятно, короче. Ладно, Тайплоужен, пусть справится. И давайте уже заканчивать серию. Сейчас мы их вынесем. Да, что-то нам тут приключения прям навесили такие. Серьезные при том приключения. Ротата еще одна, давайте. Ротата, ротата. Ротата, лети отсюда. Побыстрей. Все, давай, отсекайся, ротата. Отлично. Ну и последний у него тоже... А, нет, зубат, ладно. Зубат так зубат. Ну и зубат у нас тоже отлетает, собственно говоря. Опа. Пока-пока-пока, зубат. Так, ладно, ну что ж, дамы и господа. Мы почти 40 минут, серия идет уже. Ну а с вами был Марк, в общем-то, нажимаем сейв, и уже 9 часов, проходим игру, кстати. Ну что ж, ну в общем с вами был Марк, и всем пока.